кричит рябой костер, горланит карастель, и он опять прощен, и ты ждала весь день, травинку теребя, стираешь телефон, ведь он не для тебя, а ты не для него. Кипящий котелок, мерцающая тень, и жизнь такой урок преподала зачем? Сквозь сигаретный дым ты смотришь на огонь, он улетит в надым, не встретившись с тобой. Кто ж придумал, а? Вот эти лагеря, чтоб рушила судьба, всем им благодаря. И кто теперь уйдет сердечную тоску? Ведь завтра самолет вернет меня в Москву.